Низкий вам поклон. Сегодня рад видеть Дмитрий Федорович вас, Игорь Викторович, гостей почетных Александрии из нашей братской России. Беларусь и Россия, мы единый народ. У нас общая культура и традиционные ценности. И мы неделимы, мы вместе. И так будет. А вместе мы сила. С праздником вас, дорогие мои! И еще одна песня. Автор Михаил Гуцериев, музыка Олег Шамаров. «Виноват, если можешь, прости». Ты прости мою ревность, прости. За измену прости жестокую. За мучения свои извини. За любовь на троих разделенную. Виноват, если сможешь, прости, что грехи раздавал горстями. И за месть мою извини. Виноват, если сможешь, прости, что убил я любовь словами, что своими руками убил. Невозможно тебя любить равнодушно, с холодным спокойствием. Готов жизнь тебе посвятить и сыграть свой последний реквием. Виноват, если сможешь, прости, что грехи раздавал горстями. И за месть мою извини. Давайте все поаплодируем самим себе в честь нашего фестиваля в Александрии. Ты прости мою ревность, прости. За измену прости жестокую. За мучения свои извини. За любовь на троих разделенную. Виноват, если сможешь, прости, что грехи раздавал горстями. И за месть свою извини. Виноват, если сможешь, прости, что убил я любовь словами, что своими руками прости. Виноват, если сможешь, прости, артист Республики Беларусь Руслан Олехно и ансамбль эстрадного танца «Тет-а-тет». -а -тет.